Всем привет! Это мягкий корм фирмы Piper. Я его приобрела в магазине «Шиншилка». Это корм для щенков. Я взяла со вкусом говядины и яблока. В баночке 400 грамм. Довольно экономичная баночка. Значит, состав. Мясо и мясные продукты животного происхождения 60%, в том числе 4% мяса телятины. Фрукты 4%. Минеральные вещества, продукты растительного происхождения, масла и жиры. Вот такой незамысловатый, отличный состав. Вот так выглядит содержимое банки. Много желе. Соне нравится желе. Соня, давай. Сонька кушает с удовольствием. Спасибо магазину «Шиншилка».